Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Я хотел бы обратиться к начинающим предпринимателям, которые подумывают о покупке франшизы визового центра. Не делайте этого. Вы ничего не заработаете. Вот просто, как бы, я вам приведу пример среднего чека, да? То есть средний чек в франшизе визового центра — это $100. Средний чек во франшизе иммиграционного центра, я буду сравнивать сейчас со вторым паспортом, это $5000. Временные затраты примерно одинаковые по продаже, по закрытию сделки. Затраты на рекламу примерно одинаковые. Но разница ощутима, да? То есть $100 и $5000. Плюс в визовом центре вам еще придется какие-то бумаги оформлять, что-то заполнять. Это траты времени, это траты на зарплату сотрудникам, которые это делают, которых надо обучать, которые должны знать, как все это правильно сделать. В иммиграционном центре во франшизе второго паспорта ничего делать не нужно. Все делает либо главный офис, либо партнеры в 60 странах мира. Поэтому я очень удивлен, что вот франшиза визового центра, она покупается, и люди не просчитывают, не смотрят, как бы, на экономику, покупают, потому что вот как-то это на слуху, да? Мы сейчас запустим контекстную рекламу вот с нового года, то есть вот франшиза визового центра будет набираться, когда вот хочу вот конкретно на, или там, открыть визовый центр, на вот несколько слов буквально в Яндексе и в Google запустить рекламу и этих людей, этих предпринимателей направлять к себе и объяснять им, что не совершайте эти ошибки. Если уже купили франшизу визового центра, делайте дополнительно, покупайте франшизу иммиграционной компании, компании «Второй паспорт». Пока другой франшизы иммиграционной на рынке СНГ не существует. Мы единственные, кто это сделал. Мы очень много на это потратили сил, времени и денег. Мы делаем это хорошо, мы занимаемся с франчайзи. У нас есть программа, по дням буквально расписано, как заработать денег, как окупить вложение, как настроить иммиграционный центр в вашем городе. Мы знаем, как это делать. Мы уже 20 договоров франчайзинга подписали, уже у нас несколько офисов работает, 20 подписано, часть еще продолжает обучение, потому что продукт непростой. Его надо знать, и если вы не будете знать продукт, то у вас ничего не получится. Если вы не будете слушать наши инструкции, у вас ничего не получится. Если вы не будете правильно рекламироваться, у вас ничего не получится. Если у вас не будет предпринимательского настроя, у вас ничего не получится. Это бизнес для предпринимателей, это бизнес для тех людей, которые хотят зарабатывать, которые хотят идти вперед, которые хотят стать лидерами. Мы готовы вам помогать в этом, и мы приглашаем зрителей канала «Русская Америка», зрителей канала «Второй паспорт» стать нашими партнерами. Нас очень интересуют города, где мы вообще не присутствуем. Нас также интересуют города, где мы присутствуем, но это город очень большой, и там может быть две франшизы. Конечно, прежде всего, сейчас интересны две страны, это Украина и Узбекистан, потому что это самые страны иммиграционно настроенные, там больше всего людей по статистике хочет уехать жить за границу. Этот тренд в 2019 году будет только расти. Вы посмотрите, что творится сейчас и сколько людей хотят изменить свою жизнь, начать новую жизнь, начать зарабатывать, сколько людей думают о будущем своих детей. Наша компания занимается иммиграцией, адаптацией, учебой за рубежом, работой за рубежом, видом на жительство без уезда из своей страны, когда человек хочет жить без постоянного уезда на две страны, когда он хочет и там жить, например, в России, и в Греции, например. Также мы занимаемся вторыми гражданствами, потому что часть стран в мире, их немного, но около 15, но они позволяют
купить второй паспорт, это не вид на жительство, не путайте, это разные вещи, это уже гражданство. Этим мы тоже занимаемся. У нас с Нового года еще два направления открывается. Это покупка недвижимости за рубежом и финансовое направление, когда вы хотите открыть счет в зарубежном банке. Швейцария, Германия, Великобритания, Соединенные Штаты, Канада. Это надежно, хранить деньги в зарубежных банках. А также открытие юридических лиц за рубежом, когда, например, вы не хотите на себя открывать счет, но хотите спрятать, кто владелец счета, тогда можно открыть юридическое лицо и иметь также банковскую карточку, онлайн-банкинг, управлять счетом с любой точки мира и использовать деньги также в любой точке мира, потому что у вас будет в кармане банковская карточка, счета которого, который открыт в другой стране. Это тоже мы направление запускаем, и франчайзи наши эти направления тоже будут продавать. Так что вот, пожалуйста, еще дополнительный доход. И с эмиграции зарабатывать можно, и с финансовых услуг, и с недвижимости, и с продажи вторых гражданств, вид на жительство без уезда из своей страны, и с работы за рубежом. Это временное, может быть, трудоустройство, либо постоянное трудоустройство. У нас есть готовые уже вакансии по многим странам, целый список, и когда можно приехать на гарантированное трудоустройство. То есть даже если вы приехали, допустим, вам не понравилось что-то там на каком-то заводе, вы перейдете к нашему партнеру, и он вам поменяет эту вакансию. То есть такие тоже возможности есть. Вот этого нет в Америке, к сожалению, поэтому в этом плане тяжело в Соединенных Штатах с рабочими визами, да, то есть как бы нет такого, что ты можешь выбирать, надо обычно хвататься то, что есть, а вот в европейских странах это хороший бонус, и это используют наши клиенты, поэтому приглашаю вас, предприниматели, становиться партнерами компании «Второй паспорт». У меня планы на 2019 год посещения стран СНГ. Я могу приехать, сделать какие-то вебинары у вас в офисе. Вы соберете клиентов, предпринимателей из вашего города. Наша задача — помогать франчайзи. И они зарабатывают больше, чем мы. Они зарабатывают 70%, а мы оставляем себе только 30% от дохода. Вот такие вот условия. Наш телефон +1 646 477 0500, это Viber и WhatsApp. Пишите город, откуда вы, где вы живете и где хотите открыть офис, краткая информация о себе. Мы вам дадим все материалы, ознакомьтесь, посмотрите. Также у нас есть программа для уже работающих визовых центров, которые особо ничего не зарабатывают, но с помощью нашей программы у них есть возможность зарабатывать. То есть там можно, промежуточно есть вариант. Сначала они проходят курс иммиграционного консалтинга, а потом все равно придут к тому, что нужно оформлять франшизу, потому что это выгодно и это принесет хороший доход. Так, мне нужно будет сейчас повернуть сюда. Я еду забирать брата, они на 3 дня в Манхэттене, у нас тут дети немножко разболелись, и они взяли отель, и, в общем, здесь гуляли, отдыхали, погода хорошая, а сейчас забираю его, завтра Новый год, сегодня у нас там уборка генеральная дома, в общем, завтра будет шумно и весело, Дед Мороз придет к нам настоящий, у нас сейчас 4 детей, получается, что 2 моих и 2 прилетели в гости, так что все будут с подарками. Всем пока, прощаюсь, жду ваших сообщений, давайте вместе зарабатывать и открывать офисы второго паспорта в ваших городах.